Учащийся 9 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ринат Каримов стал абсолютным победителем 5-й Европейской олимпиады юниоров по информатике в составе сборной России. Об истории успеха в нашем следующем сюжете. Олимпиада проходила в дистанционном формате с 24 по 27 августа. Она объединила 107 участников из 30 стран мира, которые демонстрировали свои знания в рамках двух туров. Было два дня, и в каждой из них было по три задачи. Нужно было решать их в течение 4 часов. Максимально можно было набрать 600 баллов. Ринат набрал 520 баллов. О своих результатах отзывается скромно. Рассказывает, что задачи были не совсем сложными. Не согласен с учеником его наставник, заслуженный учитель России Сергей Михайлин. Он отмечает, задачи, представленные на Олимпиаде, по сложности соответствуют чемпионату мира. Ну, Ринат готовился, конечно, к этой Олимпиаде. Он пришел в лицей в 6 классе, вот сейчас он 8 закончил. То есть за 2 года он поднялся на европейский уровень. И сейчас будет подниматься и к мировому. Пока что Ринат не определился, кем хочет стать в будущем, но уверен, что его работа будет связана с математикой. Диана Жиленкова, Булат Садыков, Универньюз.